называется. А место где? Нету дома? Что, не захотел молиться? Видно, что ты делаешь? Что ты делаешь? Да я их не делаю, я просто в банке все делаю. А ты кому даешь? Сегодня еле успел приехать. Автобус сломался на полпути. Ну, все выскочили. Ждем другой. Стоим, стоим. Молодой еще, да? Прям в притоке съел. Да нормально. Нормально. Ты же Ваня. Ты такой и должен быть. Иван, сдавайся! Не это будет. Будешь читать проповедь о блудном сыне. Я воль. Но. Вот эту проповедь как раз почти. Я воль, моя. Посмотри. Он не услышал. А? Не услышал. Угу. Он сказал, я воль, моя. Так это, тут от кеда до кеда. Спроси. От кеда до теда. Так, начало вижу. Как, ну, боже, ты увидишь начало? Да, начало, а конец? Ну, вот оно, четыре страницы. Сейчас, и все. Вот оно, на следующий год. Понял, понял. Это на сегодня, на блудного сына. Mm-hmm. Это из Германии прислали мне. Да, ты все-то заходим. Активно заходим. Надо с ними поговорить, чтобы они пришли. Однако. И зайди в это, скажи, чтобы там опростали это помещение. Все выходили на одного. Царю небесный, утешителю души сильный, и жизнь детский, и все исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами, благослови наше собрание и прости грехи наши. Дух Твой Святой да не покинет нас. Господи, благодарим Тебя за все, Тебе за все хвала. Отец и Дух Святой, аминь. Аминь. Мы подойдем дальше? Да. Прервемся пока. Прервемся пока. Читай, читай пока. Да, читай так. Блудный сын и наемники. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. За две недели до начала Великого Поста в церкви читается эта притча о блудном сыне. И кажется, что тут уже все известно. Но вот находим мы, что такое есть место от Луки 15:17. Сюда, Андрюша. Да, надолго. Заходите. Вам слово. Она длинная проповедь. Она длинная. Только начали. Ну да. Минут на 20. Вот скончилось все еще. Нет. Следующий приезд будет, значит, 2-го, 3-го. Ой, нет. Извиняюсь, 2-го, 3-го сегодня. Да. 16-17, на прощенное воскресенье. Вот. Также прощенное, как всегда, будем мы утром проводим, а вечером пойдем туда, где митрополит будет проводить. Я узнаю, в каком храме он будет. Но обычно в Покровском бывает. Вот. Ну и что сказать. Ко мне какие вопросы есть? Никаких нет. Никаких.
Что, задать ему вопрос, чтобы опять что-то было? Да ладно. Как бы, но вопрос для того, чтобы не было, а не то, что было. Считайте, я не мой вопрос вам задал. Правильно ли сегодня патриарх говорил вот утром проповедь? Ну, с утра там, патриарший день. Ну, я не слышал. Ну, вот он говорил о том, что надо прославлять наших воинов, которые погибают сейчас на поле брани. Ну, а что, а ты предлагаешь что, проклинать их? Я предлагаю не прославлять их. А что делать? Ну, рассмотреть, кого прославить, а кого нет. Ну, прославлять это. Ну, вот видите, опять начались вопрос. Ну, прославлять, что? Понятно, мы сидим сейчас хорошо, представим. Батюшка говорит, возьми. Мне один человек, который был там, даже он был не на передовой, а там. И когда он приехал в отпуск домой, и что-то случилось, нас стали разговаривать. Эх вы, говорит, жизни не знаете. Если вы только посмотрели по-другому, говорит, вели бы себя. Это говорит он тем, которые прожили жизнь уже. Я прожил там, уже можно сказать, жизнь восьмидесятых. Вы, говорит, не знаете цену жизни. Понимаете? Поэтому, когда мы здесь хорошо едим, в тепле спим, теплый постель завернулся, и все. Они там. Ну, можем совершить молитву, Господи, утри их вере, как-то, ну, помоги им. Ну, у меня три внука там, скажем, три внука. Ну, дети племянник, они как внучатые племянник, внуки. Три внука. У кого-то дети есть. Вот из этих. Ну, поэтому здесь, понимаешь, мы не можем так рассуждать, что а вот там, чтобы их там не прославить. Поддерживают, чем-то поддерживают. Кто чем поддерживает? Показывает, какой что чем поддерживает. Кто-то там сети плетут маскировочные. Кто собирает какие-то там. Даже у нас здесь. Меня просят очень, говорят, тыква есть у вас, батюшка? Тыквы. А зачем тыквы? А говорит, ну здесь есть как бы добровольцы такие, называются волонтеры. Они, значит, собирают эти тыквы, делают из них какие-то вкусные такие, как, скажем, как конфеты, что ли, и отправляют туда, на фронт. А там, когда в окопах сидит, пожевать эту тыкву, это за счастье было. Мы росли в детстве, мы конфеты почти не видели. Но у нас всегда были конфеты, можно сказать, в кармане. Мать делала сухие. Морковку сварит, потом ее в русской печи сушит. Они такие. Другой раз на уроке сидишь, кармазвешь, потихоньку отломишь. И даже со сверху. Ульяна Ивановна спросит, лапкина, а я, ух, она, всем рук, она вся рука будет. Всегда это были такие. Мы считали, что это очень вкусные конфеты. Чай продавали, помню, в магазине, фруктовый чай. Такие, как пачки брикетами. Их покупали, и они там стоили копейки. И мы просто их так жевали. Даже там из фруктового что-то сделано. Не было этих сникерсов, шоколадных там и прочее, как сегодня. Это не было это ничего. Но это сегодня так. Поэтому я не знаю, как. Вот, а вы как-то так, что если там, ну и пускай они там замерзают, пускай они там и погибают, кто их туда звал вроде бы. Ну, нельзя так к этому относиться. Надо более быть. Если мы, говорит, много молимся, там, 7 раз в день, по 2 часа молимся, то должно быть что? Любовь, какое-то милосердие к тем, не только что, которые рядом со мной, кому можно оказать, не выходя там из комнаты и ничем не жертвовать для себя. Вот. Ну, а побыть и как-то представить, что ты находишься там. Как бы ты находился там, в этом отношении? Я не знаю даже, я не могу представить себе. Думаю, если было бы лет 20, может, назад, то я бы, может быть, еще попробовал бы. Чем-то пригласить. Не обязательно там с гранатометом, а на фронте все бывает хорошо. И драгоценно бывает там повар с бочкой показывает кино, он опоздал там, они уже вторые сутки ничего не ели. А он там пока смог добраться. Вот один, да я тебя расстреляю сейчас, подожди, ты расстреляй где. А их там, он там кое-как на лошадях добрался до них-то это. Ну, его как ждали этого повара. А это голодный солдат, он что там, какой вояк-то из него? Должен быть накормлен. Вот поэтому люди многие, чем могут, тем помогают им. Другого нет.
не можем ничего. Так Господь допустил, допустил. Все, молись о том, чтобы Господь дал мудрости нашим придержащим, президенту нашему и военачальникам дал мудрость, чтобы меньше было как-то погибших, более мудро управляли этими войсками. Поддерживать свои молитвы. Ну. Еще есть вопросы? Я просто хотел 30 секунд дополнить вас, батюшка. Ну, дополни. Вспомните в проповеди. Война с Японией. Православный священник наш выходит и говорит, а японцы стоят, смотрят на него. И что он сказал? Вы молитесь за свое воинство, за своих. А я пойду молиться за своих. Так он прав или не прав? Разве мы не знаем? Мы не видим, что происходит. Скажите, а Господь разберется с Украиной или нет? Я советский человек, рожден в советском государстве. Для меня Украина — это моя страна. Меня не разделяли. Там я просто быстро бачу. Я докажу. Договорю. Ну, ничего не надо. А что, почему? Все понятно. Там родственники, там близкие. Там такие же, как мы. Такие же, как мы. А вопрос, что Господь говорит, а теперь давайте вернемся, а нацизм нам нужен или нет? Или не нет, ни Елена, ни Иудея, или нужен нам нацизм? Батюшка тебе сказал. Ну, собрание у нас, я просил сколько раз, не надо там что разбирать, как там и что, я бы вот, может быть, сделал бы так, вот неправильно там что, не надо об этом. Молитесь, как говорится, видеть бой хорошо издалека. Со своей колокольни где-то нету. Там тогда вот, а вот это я бы так, это там чтобы. И сделай так. Ну так, слышали о подготовке к Великому посту? Значит, ну, первая неделя, там 4 первых дня, напомню, чтение канона Андрея Крицкого. На пятой неделе он полностью тогда читается этот канон. Канон уже молят с этим каноном. Будет. Ну там дальше тогда я объявлю, когда будет на эту. Значит, первую неделю я буду в Потеряевке. И в субботу там уже будет какое? 17-24-25. Условно или 25-26. Это так. Нет. 24-25 будет. Вот. Готовьте срок исповеди на первой неделе, попросившись первую неделю. Вот. Ну все, продолжайте, читайте дальше. То есть вы приедете на первой неделе поста к нам? Или так? После прощенного пропускаете, да? После прощенного неделю буду я потеряюсь, и первое воскресенье поста буду здесь. Если жить здоров буду. Угодно придет. Все, продолжайте дальше. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. За две недели до начала Великого Поста в церкви читается эта притча о блудном сыне. И кажется, что тут уже все известно. Но вот мы находим, что такое есть место. От Луки 15:17. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Что приходит ему на ум, когда он пришел в крайний недостаток? В смертельной нужде он вспомнил, что отца моего наемники избыточествуют хлебом. Кто такие наемники? Что такое хлеб? И почему они избыточествуют им? Теперь, когда поставлены вопросы, сразу делается понятно, что ему было и раньше в доме отца непонятно. Оказалось, что рядом со свиньями все делается более понятным. Святые мужи толкуют, что наемники – это оглашенные, готовящиеся к крещению, еще не принявшие святое крещение. Я подумал, что очень трудно будет найти такую школу, гостиницу, как наша, где бы наши наемники так избыточествовали хлебом. Хлебом называется духовная пища. Но хлеб можно так засушить, что он уподобится камню. А Господь говорит, Матфея 7:9, «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Отчего хлеб несъедобный? А можно сделать так, особой пленкой покрыть и сделать непробиваемым.
или особыми составами пропитать. Это славянский язык, церковно-китайский непонятный язык. Он хороший, сакральный, певучий, но мы добавим и непонятный. Да, он божественный и непонятный. Да, он так душу располагает и непонятный. Как раз тот самый камень и есть. А у нас наемники избыточествуют хлебом. Слово Божие слышится на родном русском языке. Давайте, потому что другой случай может и не представиться. Сегодня рассмотрим, каким путем мы дошли вот до такого состояния, что у нас все время свежий хлеб, своя хлебопекарня. Понимаете, сколько у нас хлеба, все полки завалены. Мало того, мы выходим в город, стараемся хлебом кормить людей. Мало того, мы уже в интернет вышли. Думали ли мы когда-нибудь об этом? Да не просто когда-то, а на пленку начитанная есть Библия, на компакт-диске начитанная. Что, каждая община может похвалиться, чтобы вот так пастырь выходил к народу лицом, вплотную к народу, и не пел, а читал. Напоминаю, что 4 пленки пули непробиваемые на хлеб церковный, на Евангелие надеты. Далеко, в самый дальний угол где-то уйдут, и там, задом к народу, спиною, на церковнославянском, да нараспев. По милости нашего великого Бога Иеговы, все эти 4 кожуры сняли, и священники выходят у нас и читают. Но не надо забывать, что здесь Бог оказал нам великую милость и особое чудо, потому что мы в православии находимся, а в православии это не принято. В православии принято так: пришел, богослужение отстоял и ушел. И у таких наемники не избыточествуют хлебом, они понятия не имеют о хлебе. Они никакие не наемники, они никто. Они просто прихожане-захожане. Они пришли и ушли. Они ничего не знают, годами ходят, ничего не знают. Какую роль здесь сыграл наш епископ? Помните это, потому что мы не знаем, что будет с нашим объединением, каким корытом нас снова повернут, как блудных сыновей, каким рожкам, каким свиньям нас снова могут загнать. Я думаю, что нас уже не загонят никогда, ибо кто вкусил, как благ Господь, как живо, живое Слово Божие, то только совершенно ненормальный человек может потянуться опять к корыту. И в притче мы не читаем, что блудный сын опять пошел к свиньям. Он же не сказал: у отца ничего нет, пойду к корыту. Притча говорит, что избыточествует. Мы, православные, сегодня ни под одну притчу не подходим. У нас никто не избыточествует. Даже те, которые приняли крещение, и они ничего не могут. Теленок заколотый – это Христос. Это уже не от нас зависит. Он умер уже однажды за нас. Но хлеба, дайте хлеба, от Матфея 14:16. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Господь говорит: есть нечего, а что мы дадим? Вы преломите, раздайте, размножьте его, растиражируйте, раскопируйте, отксерьте. Дайте, чтобы люди имели возможность подкрепить жизнь свою. Ибо не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Не выдумками монашескими, как вырваться из жизни и спрятаться под корень дерева или в дупло залезть, но Словом Божиим. Слово Божие – это Библия. Вот она лежит на аналое. Слово Божие – священное Писание. Это Ветхий и Новый Завет. Какие же мы счастливые с вами, что Бог дал нам такого архиерея, который по сегодняшний день не просто терпит нас, но даже более того, он защищает нас. Только что из интернета мне принесли данные, что люди, не расположенные к нам, явно не расположенные, особенно к архиерею нашему, и подчеркивают, что особо архиерей благоволит к общинам Крестовоздвиженской и Свято-Анфимовской. Сумели таки уломать епископа Евтихия, который столько лет правильно сопротивлялся. Правильно, что не давал им хлеба читать библейские тексты на русском языке во время богослужения. А вот теперь дал. Все-таки добились. Но как так они сумели?
Я вам напоминаю, как сумели. Мы все время взывали к Отцу Света и говорили: «Отец, мы есть хотим! Отец, мы хлеба хотим, свежего, доброго!» А тут препятствие, епископ. Епископы для того стоят, чтобы хлеб не давать. Везде у них главное, чтобы хлеба не давать. Это у них задача такая. А вот Бог сделал так, что наш епископ за то, чтобы нам хлеб давали хороший. Поэтому сколько Бог даст еще жизни нашему епископу, не знаем. Но мы будем просить, чтобы Бог продлил его жизнь. Будет ли это объединение? Что с нами будет? Но только бы и дальше Бог с нами не разлучил, с ним не разлучил, и чтобы его расположение к нам, его расположение к хлебу продолжилось такое же. Где же он сегодня? Еще не во всем согласен. Он об этом и говорит, но однако он нас не трогает. Научитесь все это ценить. А допустим, он завтра будет против, поставит заслон. Я батюшку уберу, если будете на русском языке и прочее. Будем в памяти держать по сегодняшний день доброе и снова углубимся в молитву и будем просить Господа. Кормить человека нужно очень хорошо, чтобы он не умер. Пища есть разная. Про картошку ни одного слова в Библии нет. Тогда ее еще не знали. Говорят, что ее завезли из Америки. Вторым хлебом она стала. А уж про хлеб-то все ли знаем? Псалом 103, 15. И вино, которое веселит человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. А без сердца никуда. Сердце-то укрепляет хлеб. Не шоколадки, не конфетки, а хлеб. Мы знаем еще, что хлеб – это живое Слово Божие. А откуда мы это узнали? Из Слова Божия. Деяния 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословят путь Господень пред народом, то Он, оставив их, отделил учеников, ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Вот на что мы должны держать ориентир. Апостол Павел пишет, 2 Тимофею 4.2. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Человек больной, аппетита нет, горло обожженное, ничего не может принять. Но и тогда маленько надо, чтобы не умереть. Надо возбудить в человеке аппетит. Вот в чем задача пастыря. И надо все время меню на кухне менять, чтобы Слово Божие было доступно, соединялось с сегодняшней жизнью, было понятно и близко. Один хлеб, а в разных странах его по-разному готовят. Читаешь, когда не верится, неужели так хлеб можно приготовить? Где-то зерна просто толкут, где-то растирают пшеницу вручную, где-то печи жаром накаляют и туда головой опрокидываются вниз, тесто приклеивают к стенке, а потом отдирают, лепешка готова. Разные лаваши. Я как-то раз зашел в магазин, хлебных изделий насчитал около 128. Какое же это изобилие? Какой нам упрек будет, что о бедной, несчастной утробе такая забота? Господь говорит, 1 Коринфянам 6.13, «Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Душа бессмертная, как надо заботиться, как надо об этом молиться, чтобы Господь положил на сердце, что сказать, чтобы касалось сердца каждого. На сегодняшний день это было приемлемо. Колоссянам 3.16. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Что значит обильно? Наверняка избыточествуют. Ему и место как раз в нас. Оно должно вселяться. Без него-то мы мертвые. Слово Божие оживотворяет. Слово Божие – это свет нашей жизни. А чтобы оно обильно вселялось в нас, необходимо, чтобы эта река текла из нас, чтобы Дух Святой побуждал нас,
чтобы мы проламывали то, что промалывали, то, что слышим, видим, все на основании Слова Божия просеивали и пекли чистый словесный хлеб. Деяния 15:32. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Апостолы пришли, наставляли людей. Но вот теперь скажите, столетие Покровского собора отмечали нынче. Фотографировались три епископа. Обильным слово было. Ведь не об этом речь шла, а как прошли с крестным ходом, обед, фотографировались и прочее. Здесь, где бы ни были апостолы, везде они преподавали наставления братьям обильно. Вот это и означает, что наемники нынче избыточествуют. Если вообразить, что сегодня апостолы пришли в храм и отстояли бы с нами вечернее богослужение, и Слово Божие не услышали. Ну, сегодня, где проповедь-то, чтобы так до сердца она касалась и стояла в основе? Они бы просто не поняли, какой веры эти люди, что это за вера вообще, и вообще для чего она нужна, если люди не насыщаются, души не возрождаются. 2 Коринфянам 8:7. А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к вам, к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Верою и словом, вот чем надо изобиловать. Это относится к начатку тому, что пойдет на питание каждому. Положить основание вере, рассказать, показать преимущество веры и неверия. Вера открывает двери в небо, неверие открывает двери в ад. Вера объясняет все вопросы, а неверие закрывает все. Вера простирает разум в вечность, неверие все отнимает. Все ограничивает сегодняшним днем. А неверию больше ничего не надо. Поел, попил. Ну а что еще больше надо? Лучшее еще что? На сберкнижку положил, холодильники все забил. 2 Коринфянам 8:2. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Наемники избыточествуют. Я только такое слово в Библии нашел. А в чем оно заключается? В богатстве их радушия. Не просто хлеб иметь, а уметь его раздавать. Заботьтесь об этом. Когда нужно было собирать средства, Ахайя была приготовлена. То есть апостол Павел непрерывно посланиями долбил их, посылая своих людей. И потом они сделали такой огромный сбор для нуждающихся в Иерусалиме. Ибо там был голод. Собрали деньги, накупили хлеба, и целые корабли пошли туда. Враг делает наоборот. Вспомните, как искусственно устроили большевики голод. Сейчас пришел журнал, я читаю, там больше 2 страниц, сразу невозможно читать, сердце не выдерживает. Вокзалы, переполненные мертвыми, одни скелеты, живые скелеты. Искусственно отняли хлеб. Свезли в одно место и там гноили, никого не допускали. Точно так же они отняли духовную пищу и никого не допускали. Когда коснется где-нибудь говорить о людях неверующих, идут они голосовать за неверующих, то им всегда говорите, скажите, а хлебом они накормят вас духовным? Накормят? Этого никогда не будет. Мы будем просить о том, чтобы Господь дал нам правителей таких, которые заботятся, чтобы не было голода, чтобы духовные люди были живы, чтобы Слово Божие распространялось повсеместно. Сегодня распространялось оно не через православных. Истина Господня должна распространяться в церкви через православных, не через сектантов. Сектантов где не возьмешь, где-то какие-то отклонения, какой-то мусор в хлеб добавляют они. Берут Слово Божие на русском языке в синодальном переводе, но столько туда сделают добавок, что думаешь, ну как можно так сделать? Готовый хлеб, бери его, читай, и все понятно. У нас есть толкование, и объяснения я по сегодняшний день не нашел никакого, почему сектанты так поступают, кроме гордыни дьявольской. Заявить о себе.
Я вам не толкую Священное Писание. Я вам его пытаюсь сделать более понятным в толковании святых отцов на сегодняшний день. Когда ходите до этого места, и наемники преизбыточествуют хлебом, сразу подумайте, нам это Бог дал, и мы каждый год это вспоминаем. Когда человек достигает высокого поста, если он разумный, то он может брать пример героя романа «Отверженные» Виктора Гюго, который был бедным каторжником, а потом стал мэром города и хранил лапти, в которых он пришел в город, чтобы все время помнить, кем он был. Через 2 недели будет прощенное воскресенье, и мы пойдем снова в Покровский собор. Мы наяву увидим, где люди преизбыточествуют хлебом, есть ли наемники, чтобы мы все это вспомнили и оценили. Вы посмотрите, люди ничего совершенно не знают. У них малейшего представления нет, что это хлеб и без него нельзя жить. Что Слово Божие укрепляет сердце как хлеб. Что этот хлеб я должен раздавать другим, приготавливать его. Никакого абсолютно нет понятия. И вина-то чья? Конечно, пастырей. И это нам сильно подновляет каждый год нашу память, чтобы мы научились ценить. В народе есть слово «заелся». К нам оно очень сильно относится. Все что-то копаются, все чем-то недовольные. Чем недовольные-то, когда все тебе дано? Половину богослужения читаем на русском языке. Столько всего Господь дал, все понятное, душа радуется. Нет, той радости нет. Не о всех я говорю. Чтобы в Великий пост мы вошли с великой жаждой находиться за столом Отца Небесного. И с великим презрением к тем корытам, где мы были. И с великим желанием, чтобы многие люди еще пришли за наш стол, на это изобилие. Научитесь людей звать. Рассказывайте им, какое изобилие у нас имеют все. И наемники оглашенные, и сыновья. И что все у нас готово, дано им. Придет время, внезапно хлеб будет отнят. Давно ли по талончикам получали? Как муку-то килограммчиками мерили, а сейчас нужды нет никакой. Как только вот это изобилие кончится, так начинают. Да, вчера можно было брать сколько хочу, целые склады. Да почему же я вчера не набрал? Да деньги были в запасе. Я говорю про духовный хлеб. Имейте в запасе несколько Библий, храните в разных местах. Не дай Бог разразится духовный голод, а ничего в запасе нет. И дети погибнут, а дети – это духовные, которые через вас будут подниматься, новые люди, которые уверуют. Итак, через эту притчу о блудном сыне мы научаемся сегодня вспоминать дом отца. Если сегодня люди уходят из храма, где проповедуется Слово Божие, как у нас, то они все время будут вспоминать. Они пошли туда и уже через неделю говорят, а тут не проповедуется. То есть они словами этой притчи уже начинают говорить. Там нет хлеба. Отсюда какой вывод? С чем вы сравниваете? А здесь у нас было. Есть люди, уходят оттуда, где не проповедуется Слово Божие. То есть они уходят в мир и никогда не вспоминают дом свой. Если ушли в сектанты, то говорят, сколько здесь хорошего получили у баптистов. А я ходил в Покровский собор 18 лет, мне никто ничего не сказал. Там с голоду все перемерли. Вот за это-то как раз отвечать перед Богом придется. Если кто от нас и ушел, то чтобы у него была тоска воистину, как у блудного сына, что он никогда больше нигде не получит столько много хлеба, притом на любой вкус. Благословен Господь, ему слава во веки. Аминь. Аминь. На то место на 12-е положи без бумажки. Это сегодня из Германии показали. Я уж и забыл, что было сказано. Ну, о болящих все слышали сегодня, перечислили список целый. Надежду Ивановну прооперировали, второй этап, или как сказать, первый этап в эту госпитализацию, правильно будет сказать. Прооперировали по поводу аневризмы мозговой артерии.
по ходу обследования выявили первую госпитализацию, когда делали операцию первую, не было этого. А вот в эту госпитализацию выявили эту аневризму. И если не делать ее, то оставлять как бы минус замедленного действия в организме. Она в любой момент, особенно когда повышается артериальное давление, может разорваться, и тогда печальный исход. Поэтому сделали эту операцию, во время этой операции там третий желудочек головного мозга, его оттуда жидкость спинномозговую убрали, да, и облегчили немного состояние ее, как бы она и лечебная одновременно была, эта процедура. Теперь вторым этапом будет операция, когда у нее к тому шунту, который там уже есть у нее, сзади, затылочную кость, часть затылочной кости убрана. Вот туда, к этому шунту, еще нужно будет подключить помпу, от этой помпы потом ввести шунт в брюшную полость, чтобы жидкость оттекала туда. Чтобы убрать вот это расширение желудочков головного мозга. Как при расширении кликва, когда в желудочках мозга накапливается, сдавливается головной мозг, идет атрофия головного мозга, поэтому деменция, когнитивная память, все теряется. Человек становится овощем. До чего дошел прогресс? Так что вот такие вот дела. Молитесь. Второй операции там будет. Да, пока она будет находиться там, вот, в ожидании второго этапа операции. А через сколько примерно проходит второй этап? Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Как Бог даст? Это первое, второе или первое. Молитесь о Надежде. То же самое. Молитесь о Николае. Лёва приехал, чтобы у них там все это было благополучно. И чтобы руки и глаза хирурга Андрея и же с ним были остры, крепки. Чтобы это иногда было в этом случае. Ну вот еще что. Брата Виталия выписали с рекомендациями от сосудистых хирургов и от кардиологов и от пульмонологов. Дай Бог, чтобы у него не возникли эти дополнительные тромбы, которые летят из сосудов нижних конечностей в легкие. Так, и еще лежит в отделении кардиологии у нас в краевой больнице его брат Владимир Устинов. О нем помолитесь. Валентина его привезла. А через два дня выписали в Италию. Еще был на приеме в поликлинике сын Виталия Лазар на консультацию у пульмонолога. Результаты не знаю, он мне что-то так не отзвонился. Что там было? У нас еще печалька такая, вот сестра наша Агнюша, Агния наша сестра. Она обследовалась, и у нее выявлено заболевание, которое требует оперативного вмешательства, лечения. Лечение это будет, приезжали из Томска светило медицины, и консультировали ее, и пришли к выводу, что необходимо ей оперативное лечение. Оперировать будут только в Томске, поэтому нужна квота из Министерства здравоохранения. Я попытаюсь, так что помолитесь, чтобы Господь расположил людей, к которым я буду обращаться, чтобы квоту эту продвинули по очереди, чтобы это не было тогда, когда у нее будет нынче экзамены, ЕГЭ, после 9 класса. ОГЭ, чтобы успела она до этой операции, после этой операции еще реабилитироваться и успешно сдать экзамены. Оно делается через прокол, как вот, или разрезается на открытом сердце? Я точно не знаю, скорее это на закрытом. Эндоскопически. Да, эндоскопически скорее. Хорошо. Это прижигание того участка, который вызывает дополнительное сокращение в ненужные моменты, сокращение желудочков сердца, и это сопровождается потерей сознания, да? Тахикардия, очищение сердца, сердечных сокращений. Так что молитесь о ней, чтобы она дожила до этого момента, без этих эксцессов, которые могут возникнуть в любое время. Вот. Ну и чтобы операция сама по себе прошла успешно. Ну и о том, чтобы квота эта была продвинута по очереди.
Юля говорит, у нее на участке есть такой ребенок, и ему эта процедура помогла, и все, теперь... Да, здоров, ну, все, ну если бы не было эффективной, значит, этого и не предлагали бы. Не, ну, да, что... Только что у нас это не делают, надо ехать. Да. У нас нет детской. Да, но сестра Галина, она отправилась опять в путешествие, так что молитесь о ней, путешествующей. Угу. А что с Виталием? У Виталия? У Виталия Тейла, многократная. Да. Ну ты что, ни разу не слышал, мы много раз об этом говорили. Нет, подозревали, там что-то. Искали, это чаще возникает при онкологии. Поэтому его обследовали, что называется, от пятки до макушки. Конкретного очага не нашли, поэтому была консультация гематозеолога. Вот, он дал свои рекомендации по обследованию там, генетических изменений, но пока вот так. У вас лежит у вас? Нет, он уже выписан, детали выписан домой. Я же говорю. Меня батюшка позвал, я пропустила, наверное. Да, его выписали. Павла тоже выписали. Павла выписали из госпиталя, не знаю, как раз через два дня у него был день рождения. Как он этот день рождения провел, не знаю. Если он опять отметил этот день рождения, то лечение было, ну как бы... Чтобы вы не придержали это там два дня. Да, да, выписали. Вот такая информация. Ну, молимся о болящих, о путешествующих. Да, брат. Я хотел всех поблагодарить. Молитвы ваши чувствуются, вы о детях заботитесь. Ну, естественно. Ну, так просто невозможно. Такие они любознательные, такие доброжелательные ребята. И вчера проходили такой сложный мы урок был о мытаре и фарисее. Да, я и зачитывал, как православие на это смотрит. И для того, что... А там нету иконы. Ну, просто идет статья, иконы нету. Я начал выбирать, какую икону. Икон огромная масса. И все иконы такие уничижают фарисея. Фарисей такой не очень. Пузатый какой-то. Или вот так стоит, и вот так что-то там указывает. Ну, в общем, так нехорошо все. И одна, и несколько есть икон, я одну выбрал. Стоит, он чуть не в нимбе. С бородой. Похож, знаете, на Симеона Богоприимца, что-то такое. Фарисей. А мытарь там, на коленках там. Ну, я показал им и говорю, вы можете здесь признать, кто фарисей, кто мытарь? И никто не смог, и там взрослые были, не могут признать. Потому что там явно стоит, ну, Сергий Радонежский или кто. Ну, никак это не вот такой фарисей там пузатый. А почему сразу пузатый, вот так он нос задрал там и так далее. Так детям объясняют, там, Настя. А мне мама, бабушка сказала, что фарисей нос задирал там, такое все. Я говорю, вот это вот все наши вот эти бабушкины предсказуемки, все это нас и приводит к такому понятию, что бедный фарисей. Фарисей-то все исполнял. Ну да, склонилось сердце его гордости, понятно. А мытарь-то он вообще грабил. Слава Богу, на этот момент Господь ему совесть открыл. Слава Богу, и он пошел более оправданным. А в те другие разы... Его там вообще не было, этого мытаря-то. Фарисей-то трудится все. Апостол Павел кто? Так трудился, в Дамаск пошел с письмами, чтобы там христиан обратно приволочь в Иерусалим, а там бы уж им евреи надавали бы как следует. То есть это что-то новое было, мы просто не знаем. Это было начало гонений на христиан, но было рано еще, надо понимать. Рановато было еще, то есть христиан было мало, одни евреи практически. И Господь остановил, и вырос кто? Этот апостол Павел, он стоит вообще отдельно от всех других апостолов. Вот он считается первоверховный апостол Петр и Павел. Но Петр, понятно, 12 апостолов, он там был всегда лидер. А апостола Павла никто не знал. Молодой, юноша, Стефана после смерти Христа, на какой год, через год или два, говорит нам история, побивают. И он стоит юноша, охраняет одежды, радуется, как вот. Показывают сейчас там эти Гитлер-Югенд на вот этой стране соседней-то. И там вот малыши-то им дают автоматы, там показывают, они такие радостные.
ребятам тоже там 12 лет, 13. Девчонки тоже радостные, это же игра для них. Они же не могут сердцем войти в то, что взрослые вошли уже, эту злобу взяли себе на вооружение. И как нужно подготовиться детям? Как? Они сами не смогут подготовиться, дети. Только мы можем это сделать. Я прошу вас, молитесь да поможет тебе Господь. За наш чат. Да. Спасибо, Христос. Братья и сестры, я хочу сказать вам, вот какая информация. Мне WhatsApp сбросила информацию о конкурсе, который объявлен. Конкурс называется «Серафимовский врач 2024». Ну, там условия конкурса, комиссия, кто там будет, как, что, вот. Она как бы предлагает мне принять участие. Ну, я проповедую в больнице, это всем известно. И неоднократно я был у нее, и говорили, постоянно я ей подарил трехтомник, и к истинному православию, календарь вот опять в этот раз я ей подарил, где Слово Божие в каждый дом. С благодарностью принимает, и мы беседуем. Имя ее Диана, божественная. Ну, не языческая, но переводится божественная. Все равно. Диана. Чего же так пластанулится сразу языческая? Языческая богиня. Ну да. Диана. Так, значит, это ничего не значит. Но это говорит о том, что она понимает, кто я есть. Что, да, я православная, она об этом знает, и вот она предлагает, ну, знает, слышала, во всяком случае, о Серафиме Саровском, вот, и предлагает мне участие в этом конкурсе. Я подумал и подумал, и решил воздержаться, посоветоваться с Игнатием Тихоновичем, посоветоваться с вами, посоветоваться с ближними. Никита мне говорит, а тебе она нужна? А цель конкурса, пожалуйста. Да, мы-то ничего не понимаем. Название, вот я буду, номинация будет такая. Вот, я буду провозглашен, Серафимовским врачом 2024 года, если бы я вот принял участие и победил на этом конкурсе. Православные, конечно. Да. Надо так, да. Врачей. Есть это фонд Серафима Саровского. Он организовал этот конкурс. Для поддержки православных верующих, да. Проповедующих. Так это же врачей. Вам надо будет написать, кто вы. Это нужно эссе писать. Это нужно. И потом, знаете, вот мне оно, вот, это потеря времени. Большая. Потом мне и понятно, что я-то отношусь к этому не так, как все остальные участники, будущие участники этого конкурса, потому что я знаю, что не Серафим Саровский исцелял, а Господь исцеляет, и Дух Святой исцеляет. Поэтому у них-то совсем другое отношение. Вот Серафим Саровский исцелил, поэтому вот отсюда мы и будем теперь называться серафимовскими врачами. Нет. Хорошо, что не рады, не поэтому мне это вот совсем как бы ни к чему. Через вас, может быть, они это поймут. Другое дело, что если бы хоть как-то это было для больницы, или для ее престижа, или для престижа больницы, ну я бы еще, может быть, и подумал бы принять участие. А так вот я думаю, что. Ну, Игнат Ильич поддержал меня, что нечего тебе соваться, береги, говорит, то, что имеешь, так? Вы же там можете сказать, что так. Вы как член общины, и как бы отсылка будет сюда. Так. Может, ну, вот, предложение ей дадут, скажут, сходи. Ну вот, комиссия, вот таким образом. Виктор Андреевич, может быть, Господь призывает вас уже? Вы все-таки... Уже пора. У вас вера такая, и вы находитесь среди таких братьев, пора наших отцов. Может быть, вам написать что-то? Прямо вот, знаете, написать. Я про почему нет-то? Виктор Андреевич, тем более вы можете это сделать. Вы можете. Тем более они там не говорят, сколько строк. Вы можете несколько даже страниц. Говорят, да? Сколько? Указать о духовном рождении. Да, вот о духовном. О рождении свыше, Виктор Андреевич. Вот это пускай хоть один да прочитает. Вам не убудет. Наоборот. Там премия какая-то, что-то было? Да не знаю, мне вот оно вот нужно. Да. Это, ну, может, на книге сдать. Виктор Андреевич, ну вы за компьютер же садитесь, когда работаете. Братья дорогие. Попробуйте сесть. Я понял, что есть такие, есть среди вас, кто на стороне Дианы Михайловны.
а есть и на стороне Игната Тихоновича. Так что, спаси Христос, я думать буду. А премию можно на книге сделать? Тут не для тщеславия, а для... Не для тщеславия ради, а Христа для... И за свидетельство 2400. Мы за. Сколько? 1400. Знаков? Это сколько стразов? 2400 знаков. Это очень коротенько. Нормально. Ну, нормально, да, можно. Спасибо. Главное, вы там общину упомянете, Игнатия Тихоновича, книги перечислите его, что книги есть у нас, выпускаются на, через нашу... На YouTube-канал ссылка. Да, на YouTube-канал ссылку, да. Да. YouTube-канал ссылку. Даже если они отвергнут вашу работу, все равно кто-то ее прочитает, прежде чем отвергнут. Ладно, буду думать. Не знаю. Буду думать, а если... Соглашусь что-то делать, но надо еще найти время для этого. Да. Поэтому я вот сейчас должен, мне бы уже надо быть там на работе, потому что еще куча дел. Не забудьте в морозильщик взять батюшка, попросила. Спаси Христос. Не забудьте. Я скажу, что Любовь Петровна тоже просит о молитве, особенно о духовном состоянии. Вообще не бывает, ну и, конечно, о болезни. И Людмила Степановна звонила, что ей улучшения как бы нету, но просила молиться. И были мы у Антонины Севастьяновны. Не говорили все? Нет, не говорили. Все хорошо, мы ее посетили, мы ее планировали раньше, но были морозы. Дочь сказала, у них очень там был холодный пол как раз. Даже когда мы были, все равно пол был холодный, а там до этого сильно. И Ирина говорит, лучше не приезжать, а потом все дала разрешение. Мы приехали, но она так готовится, ждет, она прям вышла. Платок, все под булавочку новый. Я говорю, этикетку-то даже не сняла. Она с этикеткой. Мне, говорит, Галина Николаевна дарила этот платок в каком-то там году. Такой красивый. На 80 лет ей. Яркий, красивый. И вот она, повод, сестры придут к ней. Она так скучает по вот общине, по всему. А ей уже давно за 80, и она такая радостная, все уже 83. Довольная. Если бы кто привез, она бы на службе могла еще на нас. А мы ей говорили, и планировала она прийти еще на какой-то праздник, что привезет ее, подождет, она хотя бы частично здесь побудет. Но что-то у них там не срастается с доставкой. Да, она так-то ходит, ведь она иногда при помощи и на улицу немножко выходит. Она уже с ходунками ходит. Да, то есть, если потихоньку можно. Привезти. В общем, всем вам поклон. Спасибо. У нее бодрое настроение, она читает, молится, иконы, там у нее книги лежат, все, она еще вот такая в разуме, все. Слава Христу. Я на стихиру столкнулась с такой вещью. Вот Юлечка выставляла, благослови ее, Господи. А тут она меня на телефон выставила. Окошечко это куда заходить. Я теперь сама могу заходить, выставлять, писать рецензии. Мы живем в таком обществе, вот пришли все верующие, да, там на улице простые люди. Оказывается, есть такие еретики в наше время, вы даже представить себе не можете. Это такое болото, там Мария отдыхает вообще. Там кому только люди, дьяволу и Кришне, там, это вот мелочи, это как вот ЛГБТ, сейчас куча там их уровней. Так же тут, что только нету. Это какой-то ужас. И в конце они, кажется, православные. Они еще все за православных. Вот что самое страшное-то. И они вот этим высшим всяким силам, они, видать, вот как вот Вячеслав Семенов рассказывал, там голова отрывается и летает в космосе там. Ну, с дьяволом, короче, контактируют, а все это как Бог, там миссия Христа, вот понимаете, вот это вот все. Ну, в курсе. Да. Я прошу ваших молитв, я выхожу с ними, вступаю, два раза я и все. А потому что люди рецензии читают. Люди читают рецензии, чтобы оценить, правильная ли это вера, потому что я читаю, это такой ужас. Думаю, сейчас 174 рецензии. Думаю, сейчас, как православные, там их там. Ничего подобного, хоть бы один все. Ой, да благословит вас Господь, да как вы хорошо понимаете, да вы просвещенные. Вы понимаете, какой ужас. И я, когда начинаю писать... Не тупые, нету никакой толерантности. Вы понимаете, что там выходит? Там такая, сразу клыки, рога и все вот это на меня. Да откуда ты взялась на нашу голову? И начинают там... Так они, эти люди, я что скажу, они заведуют отделами, кружками, вот этими, литературоведческими, у них самые большие награды там, и, короче, больше всего, короче, и пишут эти люди, вот что меня самое удивило, вот я там, помолитесь, а кого обратить, Ольга, вот, Ольга, Валерий, Светлана, я не буду фамилии называть. Поэты? Да, поэты.
И это так, такая сила. И пишут эти люди превосходно. Вот меня не сравнить. Ну, что я простой геолог? А это вот читаешь, вот когда начинаешь читать начало, и там это льется, вот все вот такая вот, думаешь, благодать. И потом вот оно пошло тут зацепочка, они потихоньку начинают, они сразу не показывают свое, они завлекают людей. Красиво, красота. Очень красиво, очень. Красота, они, они пишут на праздники, понимаете, на Пасху, на Крещение, в проруби искупаться, там поздравляют с праздниками, понимаете, вот что. И это такая вот, это вот болото. Понятно. Помогите, ради Христа. С этим идет борьба. Да. Господь, если кто может, вот у Марины страница, да, может, уже может выйти в лицензию. Давай. А? Успеть? Игнат Тихонович. Все, идите. Ох. Наговорили кучу, да? Развернись плечо. В Священном Писании есть моменты, на которые люди особо внимание обращают. Однажды было сказано 666. 2000 лет люди боятся этой цифры. Вот мы даже не знаем, когда начинаем смотреть по истории, как, о ком говорится. 13 глава Откровения. Зашифровано. Сколько разгадано было, уже конца краю нету. Дальше, второе слово возьмем. Вавилон. Его разбирают ва и объясняют. Дальше вил. И оказывается, там Бог вил. А теперь-то, когда начала вот эта история, то совершается, и нашли В. Владимир и Ильич, и дальше. А у него там, наверное, 70 разных было артикли-то ставил-то. И старик, и всякое. Наконец на Ленина остановился. А почему? Все теперь остановлено. И Вавилон и вил обозначили. А теперь где он находится? Я, например, твердо уверен, что речь идет о тройке. Вот. Первые святые отцы объяснили так. Вавилон – это Рим. Ну и мы, как, кесарик это, Андрей так понимал, другие, кто толкователи были. А вдруг столица переходит в другое место и называется Новый Рим. И случилось, когда арабы разбили этот Рим, мгновенно, только известие пришло, Москва объявила, мы третий Рим, Епифаний пишет. А дальше добавили, и четвертому не быть. И теперь у них газета по сегодняшний день так и выходит, третий Рим, и они даже никаких. Только два-то Рима, чем кончили? А вот теперь, когда дальше 17-18 глава Апокалипсиса говорят об этом, я лично свое мнение говорю, знаю всех святых отцов, которые говорят об этом. Это речь идет о Москве. Никакой город в мире не называл себя Третьим Римом. Это по сегодняшний день, и они выпускают газеты, так и называется Третий Рим. То есть они в этом какое-то достижение считают. И вдруг открывается еще один момент. Я бы хотел, чтобы взяли Библию, прочитали. Там большую Библию. Ну где-то. Внимательно прочитайте вслух. Потому что мы живем сегодняшним днем, как раз события об этом. Первая книга Царств. Сегодня некоторых еще это не доходит, не знают, но мы поделимся, а дальше будет видно. Первая книга Царств, 25 глава. Слушайте внимательно. Это событие, которое запечатлелось на 25 глава, 25 стих. Один стих прочитает, я спрошу сразу, кто знает, о чем речь идет. Только молчите, кто знает. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Ибо каково имя его, таков и он. Навал – имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. Знаете историю эту? Да. Вигея. У них праздник был, когда вещи стригут. А это главное было здесь, база-то не было, там электричество, там нефть добывать, а вещей много. И собирались люди, не было стриж никакой, руками все делали. Вот батюшка держал овес в наше время, только натащите. Натащили, дальше все. И, конечно, готовились к этому празднику. Там была выпивка, все было. А Давыд в это время убегал от Саула. У него набрались свои волонтеры. Он свободно мог выйти, его не боялись. Сразу только штан охраняйте, 400 человек, 400 воинов, батальоном. И он узнал, когда собирается в горах,
а овцы паслись рядом, ни одна овечка не потерялась. Вы им напомните, везде воруют, в горах разбойники, а близко ко мне не подходили. И когда пришли слуги от Давыда, а там пир горой, ну они сказали, вот мы такие-то, мы фактически охраняли ваши стада. Вы, может, чем-то поделитесь, у нас ничего нету. И вы знаете, как он начал их поносить. Вы бегаете от царя, таких много сегодня бегают, вот вам. Эти слуги-то вернулись и сказали, Давид говорит, под оружие, смести с лица земли всех до одного. И кто-то из слуг это сказал жене его Абигея. Она быстро нагрузила вас ослов, там все переписывается, что чем. И когда эти идут, она встретила их. И он тут же идет. Упал перед ним, не делая этого. Он Навал звать его, а Навал там или Навальный, это безумец, другого перевода нету. В Библии дается перевод слова рядом, сразу же здесь. А он-то ничего не знает. Она убедила его, он принял эти дары, вернулся. Она утром ему, когда протрезвился, сказала, ты Навал, что делал-то? Я их встретил, его как током ударил, он сразу окостенел и умер через 10 дней. Ну, знаешь сам, человек, как организм работает. И теперь, когда сообщили Давиду, он сразу послал ей. Привет, ты меня остановила, крови у меня на руках нету, я очень рад, беру жену. Ну и дальше она, как подробно ты считаешь, когда, какая она умница была. Сегодня на арене, вот сегодня, если мы нажмем, мировые события. Из 15 мировых событий, а о Навальном речь идет. 10 – это определенно. Я с самого начала почти все ролики просматриваю. Но что интересно, вчера, как будто кто-то кил меня, я решил в одном месте посмотреть, и написано Владимир Вольфович Жириновский о Навальном. И он говорит, это предатель, этот ставленник зарубежный, они его там учили, теперь посылают. И дальше, и говорит, не где-то в Думе говорит это. И вы, которые поддержите все предатели Иуды, сидите здесь. И вы знаете, как бы он сказал, что вы делаете? Его там учили для того, разрушить страну, разбеять ее. За него знаете, сколько людей сейчас? И он прямо начинает показывать. Жириновский стоит, говорит, это не на бумаге написано это. И говорит об этом. Вот все у нас сидят здесь, которые депутаты, вы их поддерживаете, его такие. Когда коснулось его там встречают, где-то в Германии, министра так не встречают. А почему? Мировая ставка. Это сегодня некоторые еще не так понимают. Это поворотный момент. И он говорит, что нужно было сделать? На 20 лет. Не 5 дней его арестовать, а на 20 лет. А теперь, когда он сидел, 19 лет решили делать. И он говорит, не ссылать здесь, а ссылать за крайний север туда его. Его туда сразу отослали. И 16 числа он умер. И сейчас по всему миру убийца Путин. Убийца, там это чудовище. Кто? Жена ему уступает. И везде будут скоро. Говорит. А почему? Они надеялись, даже он выступал, когда-то баллотировался на мэра Москвы, не получилось теперь, когда выборы были Путина, и он был соперником. Его могли вполне выбрать. Я не хочу дальше говорить. Я об этом не просто говорю, а молюсь, смотрю везде и вижу, все идет так. И вот хоронили его 1 числа, сегодня 3, кажется, да? 1 числа. И сколько было людей? И посчитали они, ну примерно так, ну, потому что запретили на кладбище, и ни одно кладбище не принимает. Церковь не отпевать. Ну, видимо, там в верхах что-то подумали, какое-то Борисовское на окраине где-то там. И утолимая печали храм, где-то он там жил, он неверующий совершенно человек. А теперь его канонизировать будут. Бритыш лежит. Ну, не падайте в обморок, а то уже сегодня они там начинают об этом биться. Его недруги. Он мученик. А с их стороны совершенно правильно. Но там где. И теперь он там, а жена выступает, и я тоже с Байденом встречается. Самыми главными, которые их натравливали, она выступает. И она на чем свет стоит полощет его. Она не приехала хоронить. Как тогда этого? Нет. То из опасения, да что будет. Сразу. Что мы должны делать? А выборы-то рядом. Для выборов, перед выборами, вот такую смуту сделать, говорят, они убили. Это очень невыгодно. Но я об этом молился. Молчу дальше, что.
Все идет по определенной цели, как идет. И мы можем только молиться. И вот к нему студентам сказали, кто пойдет на похороны, его привезли. Хотели там похоронить, мать просила, и наконец привезли здесь. Будут все отчисляться. Кто? Это уже все, студентов нету. Но несмотря на это, было не менее 10 тысяч. Примерно 2 километра только идут. Но заранее подготовились, много полиции, ОМОН, там спецназ и такие ограждения, которые из заголовок, и снайперы на крышах. Я не видел, это заголовок кто-то. Но они знают, почему. Когда начнется Майдан, так было, оттуда кого-то пристреливали, а потом, как на Украине было. Да, все надо уже знать. Я говорю иные слова неоднократно. Я особо прошу молитвы за президента Российской Федерации. Господи, помоги. Вы можете сказать, вы придумываете, как... я вызываю свое чувство. И днем и ночью взывайте. Ему очень нелегко. Потому что внутри там, которые в верхах-то начинают у него. И вот вчера они бумажки такие положили, красочные, голосовать. 4 кандидатуры. Первый — Путин самовыдвижение. И перечисляется там от Зюганова один от ДПР. И который был Слуцкий, ЛБКЛ. Я скорее посмотрел, который дом мне давали, Слуцкий, я рядом с ним стою. Это все не случайно. И вот как его хоронить? Храмы нигде запрещены, или как было, нигде его не принимают. А в одном храме дали, который там он есть. У Талима я пищали. Никого не подпускать. Сколько запустили? В храм зашло человек 300. В храме 300-то это уже... А дальше все охраняется. Гроб привезли, отпевают его. Как отпевать? Должны только отгадать. Раба Божия, он ни одного дня не был. Он враг Божий. Он мне зла не делает. Я должен сказать, как по Слову Божию. Нигде его нет, чтобы он говорил о Боге и прочее. Даже помине нету. Жена его Юля там теперь второй раз попадает. Ее везде за руки премьер-министр там. Говорит, даже не верится. Но это подрублено под корень было то, что невыгодно в это время. Невыгодно. Но соперника нет. Дальше я напоминаю, который я говорил раньше. Кто трогал президента нашей страны, их ни одного нету. Вы помните, как Немцов поступал? Внезапно выскакивает человек, и прям близ Кремля его расстреливают. Я могу перечислять их там, Домогорская была. Сколько она выступала против? Какой-то пупырек на ноге вышло, все, оттуда уже не вышло, теперь в печь пошла. Сожгли. И по порядку, Илюхин, это не где-то от коммунистов, готовят процесс судебный уже. Капитан, он лучший человек у них, юрист, здоровое, 100% здоровье, судить Путина. Уголовный кодекс. Пес против него. День-два прошел, он умер. Я говорю о тех, которые там язычники выступали, там рохли, генералы, они все до одного исчезли. Он мог думать об этом, когда было. Зачем он сюда, обратно-то? А затем, чтобы все вложили миллиарды туда. И Жириновский все это открывает. Я говорю, что второй ролик был, третий. Он глаза сегодня где-то, все так и было. Как он сказал, сколько и где он будет. И все остальное прям... Или поэтому уже идет структура изменений, или это было уже как пророчество, тут ничего не скажешь. А ему все это приписывают. Там есть что послушать. Хотя, что он клоун, там то другое. Это вопрос другой. Но в данном моменте Бог берет ослицу, она заговорила. И она спасла жизнь пророку. Так вот, сегодня мы стоим перед этим моментом. Я никогда не голосую, не пойду. Но молиться никто не запретит. Вам понятно, что я говорю? На турецкий язык. Если только удастся. Они сказали, 10, а там много людей, 10 тысяч. 10 тысяч, это означает, и жители Москвы, из тысячи один приходил. Потому что там 13 миллионов. И то кажется много. 0,71% от жителей Москвы. Я только призываю к одному, к вниманию, да, не лезьте, чего не знаете, не говорите и молитесь. Хотите голосовать, голосуйте, это ваше право, но там уже все заранее разнаряжено. Когда Рейган там, в Америке было, а там специально у них такой клуб масонов, которого выбрали, а он стоит опечаленный,
Подошел, который главный похлопал, говорит: «Не, Роня, следующий ты будешь. Еще этого не выбрали, только еще красные и синие лампочки загораются за кого? Демократическая какая партия? А уже разнаряжена, кто будет дальше? Мир люто ненавидит ВВП». Но если бы не он, у нас бы вообще ничего не было сегодня. Задача стоит расчленить отдельно Казахстан, отдельно Чечня, отдельно Дагестан и то другое. Нужна помощь. Не та помощь, что куда есть. Вот батюшка сказал о чем, его здесь нету. Мы тоже туда помогли, куда идут, но только хлеб другой дали. Вот брат Михаил приходил. Сколько ты раз приходил? Сколько сумок унес? Духовного хлеба. Отправили туда. А они, им есть нечего. Вот посмотрите, где, ну где-нибудь картинки посмотрите, когда показывают армию немецкую, то у него отдельный пояс, и на отдельном поясе вот такие вот банки висят. Они не мешают воевать нисколько. Там у него суп, тут у него каша, тут разные там добавки какие. Везде все до одного. У нас что, ничего нету. И поэтому русские, когда врывались в окопе, первым делом отрезать, хоть наистись каши, это и говорит. Неужели нельзя было придумать это? Ну сделали же кирзы в сапоги. Присвоили ему там высочайшую премию за это. А это так и осталось. Где-то он застрял с кухней, у него ничего нет. Застрял, а у него здесь дня на два наложено. И показывает, как русский стал делать и себя отдельно, и все у него. Вот, а как по-другому-то? Не в своей стране. И поэтому то, что сейчас есть. Вчера я нашел такой как бы ролик, сидят, мать сидит здесь, отец и фотография. Оказывается, сын пошел. Ну, на мужчину нельзя сказать, там, красивый, симпатичный, я не знаю, как сказать, но очень импозантный. Глядеть на него, молодой, только что служил, взяли. Ну, ясно, взяли, куда денешься? Почему о вере речи не идет-то? И вдруг вот эти дроны, где они там находятся, он падает, ему голову оторвало сразу. Другому там оторвало руки или ноги. И вот теперь отец сидит, поговорит маленько, заплачет на диване, а мать не может, просто ревет сидит. Уже пришло, держит рядом портрет. Да, помнить надо. Да будет воля твоя. Мы здесь нам никогда не разобраться. Но, по крайней мере, сегодня намордников ни на ком нету. Понятно? Да. А задача стоит такая сегодня, о которой я могу сказать отдельно. Так что я могу только об одном говорить на сегодняшний день. Вплотную подошли к выборам. Перед ними главный соперник, они так и говорят, главный оппозиционер главный. У него ничего нету. А перед этим еще только было, когда, ну, не знаю сколько, месяца два назад, у меня брали на это интервью, и я отвечал, у него совершенно ничего нет, кроме погибели. Совершенно нет ничего. И имя Навал. Я стал смотреть. Ну, у того такая жена. Женщина это такое создание, которое быстро склоняется на левую сторону. И она на ту сторону, потому что она могла бы его задержать. Но, видимо, она уже себя видела леди страны, как это делается. Ничего этого нету. И выхода из этого положения уже никак нельзя. Идут и идут, там цветами завалено все. Где спрашивается, что? Они ничего не знают, люди. Я разослал вот этот, который по отдельности, ну, примерно на 200 мест послал. Вы сами посмотрите, куда мы идем. Еще раз говорю, я ни к чему не призываю. Я призываю только отклониться перед Богом. Смотрите, сколько нас было и сколько осталось. Вот и все. Да эти, которые ушли, их уже не коснется. Так, а как? Да где угодно. Ляпнет, что надо и не надо. Но это и хорошо, что ушел. Нам это приписывается уже не будет. Итак, если вы это услышали, будьте внимательны. Вот этот момент голосования, ему не нужно было то, что есть. Но если глубже посмотришь, без него и нельзя было, потому что разрешается делать, даже где бы он ни был человек. Милостью Божией мы живы. Вот сегодня считали эту проповедь, в каком году я ее говорил. Она актуальна. Актуальна. Да, и поэтому научитесь молиться. Я прошу еще, ну, у нас такие есть, которые могут помочь сделать. Ну, нету, совсем нет. Вот я брату, сестре могу скинуть. Ну, а остальные-то не в курсе дела. У нас материал огромный. Мы сейчас подошли к изданию, я даже вначале не думал, проповеди. Это, думали, будет
вот как, 4-5, получится 6 томов. Размер будет больше и выше. Но самое большое у нас 880 страниц проповеди в стихах. Здесь примерно 1300 страниц, да? Сколько? Больше. Думали, полторы мазуры будет. Да вот здесь. 1000. 70. Это в два раза 70. Толще, чем вот это вот. Который. И будет 6 экземпляров. Книг. У нас сколько экземпляров будет, не потянуть. Сегодня мы ничего буквально не можем сказать. Надо молиться, чтобы какие-то наши спонсоры помогли издать. Проповеди. Вот я сегодня, если бы говорил, следующая проповедь будет за надписи на косяках, чтобы помолились об этом. Вот проповеди сделать в этом в Word'е, в буквы на выражение, это непросто. Это надо каждое слово отдельно. А машину-то запустили, она такое наквакала, что все, каша одна. Ну вот, сестра, сделал, я сделал запрос. Если можешь, теперь корректировать надо, помочь. Будет 6 томов. Корочки готовы, фотографии готовы. Это верстать уже начали. Мы свой вклад вложим. Для меня это как последняя лебединая песня, так назову. Помоги, Господи. Богу слава. Вовеки, аминь. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, Христа блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Божия. И соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир, сохраняющий его, как зиждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, помилуй. И мы взываем о незаповедавших, кому возвестили слово истины, кто ознакомился с Евангелием, коснись их сердец, чтобы они твердо верили о том, что покаяние возможно только при жизни». За гробом нет покаяния Отцу Небесному, приемлемого им. Тебе, Боже, хвала и слава. Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спаси Христос. Постарайтесь закрыть. Спаси Христос. Так, кто-то остается на занятии? Так, тряп, это...